Всем привет и здравствуйте! Monster X марафон продолжается, 19-й трек X Phenomenon. И все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, вступайте, ставьте лайки, и мы начинаем. Ну вот так, знаете, неплохо раскачивает. И опять же, вот синт на фоне, он звучит как что-то такое, знаете, из танцевальной электронной музыки. А вот припев как будто в измененном темпе. Ну, тут действительно произошло изменение темпа, он немножко помедленнее стал. Потому что изначально так показалось, может, это машап? Нет, это именно так замедлилось все. Ну что ж, звучит ли это хорошо? Да, каждая из частей по-своему отдельно хороша. Вместе они сочетаются интересным образом. Это не попытка сказать плохо, это просто интересно, потому что припев, который замедляется относительно куплета, и, возможно, изначально было две песни, их соединили в одну. То есть, интересно просто. Первое, вот, что вызвало у меня определенные вопросы за весь марафон. И опять же, не скажу, что это плохо, это просто неожиданно. Потому что замедление темпа сейчас в популярной музыке, точнее не замедление, а резкое переключение просто с одного на другой, оно используется не то чтобы часто. Ну, опять же, используется само собой. Неплохой такой трек, и опять же, авторский почерк налицо. А что еще нужно? Список бустеров. Спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищи, друзья, друзья, YouTube-спонсоры и донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, несмотря ни на что, пока тепловая смерть вселенной не разлучит нас. Что еще есть? Бусти. Ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте. Можете поддержать канал своей подпиской таким образом. И смотреть контент можете не смотреть, и поддержать. Ну, в общем, вариантов много, как там находиться. Далее. MP Reviews, K-Pop новости, MP Entertainment музыка, телеграм-канал Хаб Локация по-прежнему. Максим, я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч, пока.